Вітаю всіх, хто дивиться черговий випуск програми Авторитетна думка, в якій гості нашої програми дають цінні практичні поради глядачам і звісно ведучому. А також відкривають до сьогоднішнього дня закриті сторінки життя у великому місті. Сьогодні в нашій студії, яка розташувалася в ресторані Гарденщина, вулиці Половецька, 2 у місті Дніпро, знаходиться мій старий добрий приятель, з яким ми працюємо і працювали вже на протязі е, майже. 15 лет, очень активный молодой человек, это Сергей Мартинес. вітаю Добрый день. Сереж, мы с тобой уже много работали, с тобой всегда очень комфортно работать, ты действительно профессионал. Я думаю, что немногие из, кто нас сейчас смотрят, знают, что Сергей Мартынец является лидером бармен-шоу, которое так называется «Бар-шоу». Вот. И он чемпион Украины по флайрингу. Это жонглирование бутылками. Вот. Но я думаю, что сегодня мы поговорим не только о бармен-шоу, а еще и о теме, которой ты занимаешься сегодня. Вот если на столе стоят вот такие красивые емкости, то наверняка они не пустые, а если они не пустые, то содержимое обладает какими-то чудодейственными свойствами. Сереж, ну давай сначала по бармен-шоу. Какие успехи, где бываете, где работаете, где собираете аплодисменты? Ну, скажем так, был период, когда мы мотались по всей Украине, и не только, но со временем стали действительно популярны. Почему стали? Потому что наши ребята сейчас работают во всем мире. Да, все мои друзья, коллеги почему-то уехали, ну, многие знают почему. Кто-то в Дубае, кто-то на Гоа, кто-то в Лас-Вегасе, поэтому, можно сказать, из лидеров остался я один. Но есть молодые ребята в моей команде, с которыми мы работаем. И на каком-то этапе мы сконцентрировались на нашей области Днепропетровской, потому что, как правило, выходные все гуляют, все хотят мероприятие выходной устроить, а у нас выходных как бы не так много, поэтому здесь работы хватает. Поэтому в основном мы здесь, в Днепропетровской области, мы занимаемся выездными барами, бармен-шоу, пирамиды из бокалов шампанского. Ну, многие меня знают, кто в этой сфере скажем так, давно работает. Ну, это не только красиво, это не только эффектно, но еще и очень вкусно и действенно по финалу бармен-шоу. Да, мне кажется, здесь три в одном, да, потому что если человек заказывает бармен-шоу, у него есть зрелище, второе, вот там есть интерактив, обязательно участвуют гости, они готовят коктейли, какие-то новые навыки приобретают, ну и, конечно, в конце это праздничные какие-то коктейли, пунш, то есть то, что может человек попробовать и ну, скажем так, три в одном. Не, ну вы классно, классно работаете, мне всегда приятно. Спасибо. Вот. Ну, давай, Сережа, э, немножечко отойдем от темы той, которая является у тебя не основной. Насколько я понимаю, это так больше для души, для шоу, потому что, ну, как бы люди, которые выросли в этом, без этого уже не могут. Что это за емкости, что в них находится и какими чудодейственными они свойствами обладают? Это так называемые суплименты диеты, так их называют именно на родине. Это польские продукты, это добавки к пище. Здесь, ну буквально 10% из ассортимента компания Do Life, она в Украину только сейчас заходит, и они производят продукты такого премиум качества. Это стекло, это полностью без консервантов за, за счет технологии паскализации. Это под высоким давлением обработается продукт, обрабатывается и низкой температурой. Это добавки к пище, которые сейчас в принципе в современном мире, ну наверное, многие люди понимают, что без них все сложнее и сложнее. В наших продуктах уже не содержится того количества минералов и полезных э, микроэлементов, поэтому нужно что-то добавлять. И сейчас со временем как-то возраст э, человека настолько уже ну, тяжело угадать, да, непредсказуем, потому что есть люди, которые 60, но выглядят э, лучше, чем некоторые 30. И благодаря вот таким вот продуктам как раз достигается это. Ну, помимо э, физических нагрузок, помимо правильного питания, помимо э, релаксации, потому что это очень большой роль играет вот как раз суплементация то есть добавки к пище они очень важны на рынке их много но нужно выбирать вот как раз по ценовой и по качеству это вот мы решили заняться вот таким вот популяризацией этого бренда в Украине я знаю ты человек очень такой активный всегда в авангарде вот всегда такой модный всегда знаешь какие-то новые течения и ты знаешь я абсолютно не удивлен что ты занялся этим я не знаю можно ли это рассматривать именно как бизнес или это все-таки тоже одно из направлений твоей самореализации? Да, это можно рассматривать как бизнес. Здесь, ну, я бы назвал это что-то среднее между наемной работой, да, и своим бизнесом, потому что все-таки, когда у тебя свой бизнес, ты полностью за все отвечаешь. Здесь я, ну, у меня низкий поклон к людям, которые действительно это делают, потому что, ну, не каждый готов брать на себя такую ответственность, да. И мы, к сожалению, знаем статистику, что 95% бизнесов закрываются первые годы. А здесь что-то вот ближе, наверное, к франчайзингу, потому что есть как бы компания, которая производит продукцию, которая берет на себя все обязательства, да, по доставке, по ну, скажем так, всем юридическим моментам, а наша задача, понятно, что сделать товарооборот. Скажи, пожалуйста, а в этом направлении тебе нужны, ну, скажем так, люди, которые будут твоими партнерами, я не знаю, помощниками, единомышленниками, которые тоже могли бы заниматься и зарабатывать на этом? Да, конечно, мы сейчас ищем. Сейчас такой период, когда компания только начинает, скажем так, свою экспансию в другие страны, в том числе в Украину. И понятно, что мы ищем партнеров, мы ищем людей со сферы питания, ищем людей со сферы ЗОЖ да, здорового образа жизни, спортсменов, врачей, да, потому что в Польше, там где-то компания уже практически пять лет работает, там очень большое такое общественное движение существует, очень много спортсменов являются официальными представителями этой компании, вплоть до футбольных клубов, Кракове, и есть еще там другие. Я, честно говоря, не силен в футболе. Вот. Но много спортсменов как раз рекомендуют эти продукты. Поэтому мы ищем людей, которым это интересно. Эти продукты мы сейчас будем проводить некоторые мероприятия. У нас есть несколько эколавок, где стоят эти продукты. Можно их купить. Можно их купить напрямую производителя через интернет. Это самый, конечно, выгодный способ. Точно так же мы будем проводить фестивали здоровья. И скоро будет... Ну, мы будем одним из спонсоров фестиваля по армлифтингу. Да, есть такой вид спорта он новый интересный но эти продукты вот в частности коллаген он как раз нужен для людей, которые активно занимаются спортом для девушек, которые заботятся о своей внешности кожа, волосы ногти и как ни странно очень много результатов как раз со зрением, потому что наша сетчатка глаза она состоит в большей степени как раз из этого белка из коллагена. То есть это розовая бутылка или сиреневая? Да розовая. Знаю, розовая, розовая бутылка. Угу. Это коллаген. Это полезно для кожи, для зрения, ну и в целом, скажем так, для нормального состояния организма. Ну, а в большом городе, где экология не на самом высоком уровне, то это фактически, ну, является не панацеей, но одним из средств сохранения и, возможно, даже где-то регенерации. Ну, как некоторые называют косметологи, это косметика изнутри. Вот так сказать, но я не могу сказать, что это продукт, который. Э, ну, скажем так, уникален на рынке, да, очень много коллагенов, да, но нужно смотреть, э, есть очень много проблем, если в частности про коллаген говорить, э, с их усваиваемостью, да, с их чистотой, да, потому что иногда коллагены вызывают э, аллергию, какую-то обратную реакцию. Здесь он морской коллаген, здесь он без консерванта, он идет уже с вишней церолой, то есть с витамином С, и это позволяет ему усваиваться максимально. Но я не хочу углубляться э, в эту Сереж, биохимию. А вот я думаю, что у многих зрителей возник сразу же вопрос тот который я с вашего позволения озвучу дозы применения это ежедневно это раз в неделю и поскольку ежедневно бутылки в среднем рассчитаны на месяц то есть ежедневно применяется там, по 30 мл. В зависимости, если есть какая-то проблема, да, дозы могут быть больше. Но вот если посмотреть на хлорофил, да, это продукт, который... Хлорофил, то есть зеленый. Да, зеленый. В бутылке у нас хлорофил. Это продукт, который нужен больше, наверное, для энергии. Да, он дает жизненную энергию. Да. Здесь, на самом деле, в состав хлорофила он очень похож на состав крови. Единственное, что в крови у нас железо, а здесь магний. И по себе я вижу, когда я употребляю хлорофил, в течение дня я его с водой разбавляю, там буквально 10-15 мл. И его хватает больше, чем на месяц то я прям чувствую эту энергию, я бодр, я знаю, что моя кровь полна кислорода, и много спортсменов, они употребляют намного больше дозы. Так почему вообще я, в принципе, увидел эти продукты? В 2005 году я участвовал на международных соревнованиях по барменскому искусству в Польше и познакомился там с Криштофом Драбиком. Есть такой, он чемпион Польши, финалист Польши имеет талант. И, собственно, я увидел его там как по какому виду? По флейрингу. По флэрингу. Да. И я увидел его с этими бутылками, увидел его в этой брошюре. Так как мы дружим в Фейсбуке, я у него спросил, увидел. Он сейчас ставит мировые рекорды, очень большие нагрузки, несмотря на то, что у него уже ему под 40, это огромная нагрузка на суставы, и он употребляет там, буквально в день по 300 мл хлорофила и коллагена. Впередная есть доза. еще простик это такие ну, кап капсулированная форма. То есть в лайф есть еще много других продуктов. Ну, а как ты видишь развитие этого сегмента рынка в Украине? Это будет количественный или это будет качественный? То есть, будет эта линейка постоянно увеличиваться, и те, которые почувствуют эффект, будут приобретать и использовать? Или же, может быть, все-таки цены будут снижены максимально, чтобы максимальное количество людей могли пользоваться и, ну, скажем так, сохранять себя в этих условиях? Ну, политика компании, они борются за качество, да, и сейчас они расширяют ассортимент, да, появляются продукты, сейчас появятся батончики, э, сейчас появляется продукт конкретно для зрения, для детей, то есть там масла с омега-3. Э, но я не думаю, что они будут э, как-то играть ценой. Я понимаю, что эта цена как бы а не А цена во всем мире одинаковая? Да, да. Если, допустим, взять хлорофил это примерно там, ну вот. Скажем так, цена для партнеров, для членов клуба, да, то есть ты можешь бы стать членом клуба, цена 19 долларов. Да, но если посмотреть на рынке, есть на рынке хлорофил, который значительно дороже, да, американский хлорофил, причем он в пластике, ну, в основном в, пласти в пластиковых бутылках, а здесь цена выходит ну, в два раза дешевле. Вот так. Поэтому я думаю, они очень конкурентоспособные, если взять цена-качество. Скажи, какие еще есть, ну, скажем так, чудодейственные эликсиры в этой линейке? Мы уже поговорили о коллагене, о хлорофиле. Что еще есть? Есть витамин С в жидкой форме, есть алоэ, есть, ну, скажем так, вообще компания начиналась с двух продуктов. Это день и ночь. То есть днем нам нужна энергия, нам нужно наполнить себя ну, скажем так, помимо энергии, еще какой-то бодростью, да, и так далее. А вечером, наоборот, нам нужно успокоить организм, быстро уйти в глубокую фазу сна, чтобы наш мозг отдохнул, наше тело быстро выспалось. И вот эти как раз день и ночь, они стартовали с этими продуктами. Это был закрытый такой клуб, но со временем они увидели результаты, отличные результаты, и решили превратить это в такую компанию софт-маркетинга. То есть они объединили несколько методов продвижения, как франчайзинг, как сетевой маркетинг, как э, традиционные продажи. И у них получился очень такой интересный, помимо продуктов, что нас привлекло. Там есть э, ну, такая тренировая компания, все очень серьезная в Польше, и они э, занимаются как раз саморазвитием. И очень много таких, э, ну, допустим, Криштов Хиллар, это один из самых э, успешных э, тренеров личностного роста. Ну, скажем так, это как Тони Робинс, только в Польше. Многие его знают. И вот мы, допустим, ездили в Польшу, обучались у Криштофа Хиллера, и нам это обошлось буквально в копейки, потому что мы являемся вот членами клуба Dual Life. И как раз вот на развитие, на здоровье многие люди туда приходят. То есть не все приходят для того, чтобы зарабатывать. Кто-то приходит для того, чтобы поправить здоровье, кто-то приходит для того, чтобы немножко вот здесь тоже, наверное, поправить здоровье, только в голове. Ну и вообще пообщаться с активными, красивыми людьми. Это... Кто может стать членом клуба или кто может в этот бизнес прийти из желающих. В принципе любой человек, совершеннолетний, может стать членом клуба. Понятно, что если вы хотите достичь каких-то результатов, есть автопрограмма, да, у нас в Украине это будет Land Rover Discovery Sport. Два, кстати, уже в Украине выдано. Ну, то есть на определенном обороте компания дает тебе рабочие автомобили. Это Land Rover. То есть это, я всего думаю, лишь. всего лишь Land Rover, да. В Польше уже автопрограмма работает чуть больше года, уже порядка 200 автомобилей катается. Но в Польше там Mercedes, Jaguar. Но так как у нас дороги не очень хорошие. Решили, что это будет Land Rover Discovery Sport. Поэтому мы планируем там через пару месяцев свой забрать, уже эту квалификацию сделали. Любой человек может это сделать. То есть просто с тобой связаться по телефону или удобным да. для него способом. Не всем это подходит. Не все нам подходят, да. Потому что если человек, ну, скажем так, мыслит категорией наемного трудяги, да, то есть он хочет зарплату, хочет какие-то гарантии, хочет, ну, скажем так, ходить на работу с утра и до вечера, то, скорее всего, это не подойдет. А если человек в голове, по крайней мере, уже состоялся как предприниматель, и он хочет создать еще один источник дохода с компанией, которая уже там является, ну, довольно-таки узнаваемой, в Украину только заходит, ну, я думаю, любой человек понимает, что это интересно, как минимум, и может стать прибыльным. Ну, дай бог. Я думаю, что если у кого-то возникло желание, ну, как минимум, связаться с Сергеем Мартынцом и узнать все условия, ну, такая возможность есть, тем более в городе человек достаточно известный и, и яркий. Э, Сереж, ну, увы, подходит к завершению наш очередной выпуск программы ⁇ Авторитетное мнение ⁇ с твоим участием. Что бы ты хотел пожелать нашим зрителям, да и, в принципе, всем тем, которые хотят жить красиво, модно, жить здорово? Ну, я бы хотел пожелать, наверное, жить осознанно да, осознанно во всех смыслах. Осознавать, чем мы питаемся, осознавать, с кем мы общаемся, осознавать, что мы делаем по жизни, к чему мы идем. Ну и в завершение хочу пожелать всем хорошего настроения, позитива, минимум стресса и максимум улыбок. Спасибо большое. Асіпасі, Спасибо. це був черговий випуск програми Авторитетна думка гадаю, що ті поради, які сьогодні надав і мені, і вам шановні глядачі, Сергій Мартинець, будуть вам корисними, стануть вам у нагоді, і ви зробите вірний вибір не лише після цього випуску, а й взагалі в житті. Слухайте своє серце, воно вам буде підказувати лише правду і нічого, крім правди. До побачення, до наступних випусків. Ще буде багато цікавої та корисної інформації.